Всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, и опять Resident Evil 2 ремейк вышли, короче, дополнение. Одно, в котором три игры, на самом деле четыре, потому что одна еще спрятана, и, короче говоря, если набрать 70 убийств в трех этих, то получится еще четвертая, короче, игра, я не знаю, получится нас или нет. Собственно, вышло, по-моему, в пятницу или в субботу, но у меня не было времени и места, и поэтому, короче, только сегодня записываю я, сегодня понедельник, если что. В общем-то, три доп. Режима, нет времени на траур, беглец и забытый солдат. В каждом из них есть обучение. Это типа предназначенность игроков. Враги у него будут слабее в начале игры, в вашем распоряжении будет больше предметов. Однако, что... Короче, это типа просто, но не засчитывается. Я даже не знаю. Давайте я попробую на обычном пройти. А потом мы типа решим... тут есть сложности разные. Давай сначала вот с нее начнем, потому что она, во-первых, ляжка меня тут показывает, а во-вторых, сложность здесь две звездочки, и как бы, типа, мне кажется, это будет логичнее, да, 2, 3, 4. Окей, давайте так и начнем. Рассказ о будущем, которое никогда не наступило, а ночь, которая никогда не закончилась. Я отведу тебя к твоему любимому. Кэтрин Уорн поверила словам Айронса. Он джентльмен, шеф полиции, к тому же хороший друг ее отца мэра. Но когда Айронс заманил ее в приют, маска была сброшена. Знаешь, думаю, ты станешь моим шедевром. При этих словах она впала в отчаяние. Однако судьба была на ее стороне. Кэтрин забрала ключи у того, кто должен был убить ее, и приняла решение. Она должна спасти Бена, свою любовь. Ох уж, Бен, гад. Он привел ее прям такой голышом практически. Извините. Это я про что? Это я про то, что как бы это альтернативная херня, этого не было в оригинальной игре. Это типа как бы было бы, если бы вдруг бы. Ебать, она что голышом-то на туре ходит? Вы что с ним было так голую тогда поставили совсем, да и все, делов-то. В ночнушке, блядь, сорочки. Так, смотрите на карту. Хули не смотреть-то. Это что такое? Автомат с предметами? Хорошо. Ну, типа, я посмотрел на карту, зачем мне это нужно? Музяка какая. Топит прям. Неплохо, ладно. Короче, я не знаю. По-моему, они не особо длинные, но вроде как и не короткие. Посмотрим, сколько мы будем за раз проходить. Письмо директору. Вы помните белые образцы из отчета за прошлый месяц? Ученые назвали их бледноголовыми. Эти образцы подверглись особой мутации и теперь обладают способностью к регенерации. Остановить такие образцы слабым оружием будет трудно. Я не говорю невозможно, просто на это уйдет некоторое время, так что не советую. Остановить бледноголового может мощное оружие, наносящее урон быстрее, чем действует регенерация. Сейчас моя команда работает над способом надежного производства бледноголовых. Поэтому я прошу вас в следующем месяце удвоить количество подопытных экземпляров для лаборатории. Такова цена, которую мы платим за лучшее будущее. Окей. Окей. А можно музыку отдельно выключить, потому что как бы очень сильно кричит она. Фоновая громкость, громкость озвучки. Блять, ну ладно, не знаю. Они типа особо ничего не говорят, поэтому насрать. Опять-таки... Бля, кто-то там щемит так сильно. Опять-таки играю на джойстике, если что. Ты бледноголовый, нет? Вот, сука. Да иди ж ты нахуй, бледноголовый, слышишь? Или ты не бледноголовый? Ну, блядь, по-моему, револьвер у него такой не слабенький. Допустим. Так, а боевой нож. Ага, что у меня тут есть-то? Подожди-ка. Как там инвентарь-то? Револьвер. Патрон дополнительной мощности СЛ-60. Красная трава. Я, по-моему, ими сейчас и стреляю, да, получается? Дурачок-то я. Не, стреляю обычно, ну ладно. О! Бледноголовый, блядь, да? Это ты? Я понял. Может быть, стоит по ногам? Пиздец, реально, да? Нихуя! Так он вообще регенерирует сразу прям? Красиво. Это заход уже не рабочий, я так понял. Мы типа много чего потратили. Бля, бледноголовый, прям бледные такие. Голова у них есть. Прям как в названии, охуеть. Что это такое? О, а что это? А что если? Эй! Какого хуя? Что за бред, блядь? Так, из автомата можно взять только один предмет. После выбора относительно остальные придется стать недоступным и выбирать сумму.
Ничего себе. Блин, ну я возьму пока обычные. Окей, все, пиздос, да? А я думал, это торговец какой-то. Это, сука, пес ебаный. Так, старый ключ. От зомби стараются только кузаки, в которых можно найти предмет. В режиме выживший призраки можно выбрасывать оружие. А, так что, если у вас нет места предметов, вы можете выбросить оружие, в котором больше не нуждаетесь. Хорошо. Хорошо. Так, нужно убить 75 человек. А здесь написано, сколько я убью народу, нет? Бля, бледноголовый, ты пиздец, конечно. Но он заживает очень лихо, да? Да, он пиздец живет прям. Все, пизда, блин. Не, ладно, живой еще. Короче, надо было брать патроны усиленной мощности. Надо, кстати, попробовать на нем. Эти бледноголовые что-то прям жесткие. Жесткие, жестковатые они. Ну а как их убивать? Гренкой ебануть? Ебать, собаки, конечно. О, пизда руля. Да, конечно, ага. Ладненько, поехали. Зомби с рюкзаком, неплохо. Допустим. Минус собачка. Да, и все, это конец. Это ж, блядь, нужно было вспомнить, как на джойстике-то вообще играть. А, так жива еще. Ладно. Ебаные собаки, блядь. Собаки жесткие, обосраться, ничего не скажешь. Да хватит, блядь, перезаряжаться-то, ты заебала! Два патрона стреляет, и перезарядка. Два патрона стреляет, и перезарядка. Я охуеть. Я что, блядь, куда себе патрон-то уходит? Ты видел? Я два стрельду, перезарядка. Два. Я, блядь, вообще не доживал перезарядка, а патроны кончаются. Куда патрон себе девешь? Она жрет, что ли? Ебаный в рот. Она их, походу, жрет. Что за бред, блядь? Что за бред? Надо было взять сильные патроны, судя по всему. Сейчас попробуем. А есть SLS-60 усиленные патроны. Возможно, два патрона у меня есть в начале, типа как раз для того и даны, чтобы я понял, что можно с двух патронов бледноголовых выхлёстывать. Допустим. Пауза, пропустить. Так, ладно, перезарядочка на, ну, вот на эти патроны. А, нет, сначала обычный будет. Окей, подожди. Сначала обычный надо жахнуть. Ага. Хорошо. Так, ну допустим. Это не бледноголовый, это так должен упасть. Допустим. А теперь переноси. Переноси, блядь, патроны! Твою мать. Да, окей. Ну хорошо. Что делать с этим, я немножко не знаю. Хорош. Старый ключ. Блин, ну давайте я возьму тогда 4 еще сильных. Пригодятся. Блять! Да ну! Хватит мотаться-то, хуета! Пиздец, все патроны проебал. Я хуею. Я хуею. У меня нож бесконечный, да? Ой, красиво, как нож бесконечный, охереть. Это поворотец. Четырим, похуй. Так просто тупо удобнее. Так я хотя бы выживу. Нахуй иди. Сколько тут зарядов, блядь? Ха! Хуйца там, понял? Прыгнул в меня, падла. Главное, чтобы сзади кто-нибудь подошел. Не, ну с собаками на открытом воздухе сражаться — это такое себе удовольствие, если честно. Хорош. 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 Так, что у нас там? Еще один ключ? А нахуй у меня еще один ключ? Это, наверное, от того замка? Блин, автоматы на каждом шагу стоят? Ну, это, типа, еще возможно выиграть, скорее всего. Ой, как хорошо.
Объединить. Что? Ну ладно. Я что-то это. По одному же предмету выдается. Все, не тормози, не дури. Золотые туфли у нее, смотри, золотые украшения, что только нету. Так, это отсюда, ладно, старый ключ. Блин, а предметов вообще мало, если честно. Я имею в виду, сумка прям крошечная какая-то. Сумка прям очень-очень маленькая. Что мне нужно сделать? Докуда мне нужно добраться? До своего любимого Бена? Где мой любимый Бен? Ебать. Так, ну это пацаны, конечно, под гранату лучше бы попали. Мне нужно здесь 20 человек завалить, потому что если я здесь не завалю 20 человек, я потом вряд ли где-то завалю больше. А нужно в любом случае, потому что этот, как его? Ну, типа, это нужно для того, чтобы открылось потом секретное 4-е прохождение. Я попалю, мне не жалко. Все, кончились патроны. Блять, я и не заметил его. О, он умер, хорош. Так, где рюкзак-то? Да иди ты в пизду, лошадь, ебаная, блять. Как же меня бесит, заборись, сука. Хорошо. Надо было гренку брать в первом автомате. Так, топливо. О, отлично. Делаю сразу по красоте, чтобы потом не возвращаться и второй раз не переигрывать. Нужно убить всех. Убить нужно абсолютно всех. Короче, 70 человек на 3 прохождения. Уж лучше, наверное, больше всего убить в первом, в самом легком. Чем где-нибудь потом в самом каком-нибудь сложном. Я много потратил огнемета, я понимаю это, но что ж поделаешь. Все, окей, ладно. 150 практически. Практически 150 на толпу зомби. Но 20... Нужно убить в первом прохождении в этом как можно больше. Тогда реально будет в этом какой-то смысл. Будет выгодно. Будет охуительно. Так, а это кто? Ебать. А я нож-то что, не забрал, что ли? Подожди, я что, нож-то не забрал? Ну, один сдох вроде. У тетки нож должен был остаться мой бесконечный. В смысле, подожди-ка. А где он? Эй! Как, блядь. Так, они что-то не сгорают, да, нихера? Прям печальненько, если честно. Да дай ты ему нож-то, лошадь, блядь! Ну нож же есть, ты чё? Ты что, блядь, тупица такая, ёбнись. О, все охуенно. Так, ладненько. Все плохо. С таким пистиком я с ними ничего не сделаю. Иди, иди сюда. Айди! Охуел, что ли? Эй, хитрожопый! Ты понял, да? Они не выходят из автобуса. И что мне, блядь, с ними делать? Они тупо не выходят из автобуса, это конец. Нет, это пизда. Это все, это край. Пошел нахуй. Вот мой бесконечный нож и закончился только что. Ладненько. Мне интересно, бежать-то далеко, нет? Так, еще зомбики встают. Блять, сосун, я охуею. Тебя здесь не хватало, да? Ебать, как много! Сосуны 3 штуки! Ёбаный свет! А у одного из них должен быть ключ! Нахуй, заборя вот этого. Да-да-да, вот у него. Все, пиздос, пришли, пришли. Да, конечно, перезарядка! Конечно же, перезарядка! Конечно же, перезарядка! Дай, сука, грузовик! Отдай рюкзак, тварь! Я хуею в спидран, спокойно. Нет! Не-н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 е. Ударил, сейчас пизда ляжет, смотри. Да серьезно! Я хуею. Ладно, допустим. Короче, нужна граната. Нужна граната, пацанов всех в кучку и жахнуть, блять, как следует.
Так, потому что, ну, я много огнемета потратил тупо. И что мне делать? Здесь реально очень много народу. У меня столько нет патронов, сколько здесь есть народу. Ну, допустим. Так, сверху нужно за гранатой по-любому сходить. Тут как ни крути. Граната или 4 патрона, чтобы убить этого ублюдка. Ну, тогда он заберет у меня нож. На этом мы закончим с ножом. А нож-то нужен? Нож-то мне нужен как ни крути. Ну-ка. А, так с одного можно. А чё молчали? Ладно, давай с одного выхлестнем. Окей. Блять, в натуре с одного выхлёстывается. Бляха. А может тогда не гранату? Может тогда реально не гранату? А чё тогда? А чё тогда? Ручная граната. Ну, она такая охуенная, на самом деле. Ладно, достану. Я все равно все патроны проебал на первого, поэтому как бы я сейчас уже в выигрыше. Я убил двух этих бледных 2 патронами. Все нормально. Сейчас, по идее, нам нужно убить только зомбаря и выбежать на улицу, забрав при этом успеть ключ и собак не трогать, потому что это бредятина. Бить собак очень долго. Вставай, сука. Ты серьезно? Нахуй идите. Да, блядь, попади ты уже в него, ебаный свет. Так, ладно, он кончился, допустим. Ага. Погнали за ключом сначала. Ага. Ага. Так, а теперь нужно взять эту. Блядь, да не умирай! Теперь... Ах ты ж, мразь! Дайте ты в пизду, сраная шавка! Так, я возьму синюю траву и сделаю себе щит. Так оно будет лучше. Спокойно. Как же, блядь, хорошо было, когда я их убил. Но у них столько патронов срать вообще неохота. Так, вот этих пацанов сейчас тупо гренкой ебану всех и все. Быстрее, 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 быстрее. Ладно, этих пробежали. Ну, по идее, спидран, там все дела, спокойно. Так, а как там? Это не то. Ага, вот это вот. Блять, их нужно как-то всех в одну кучку собрать. Хорошо. Не, на самом деле очень хорошо получилось сейчас. Просто всю кучу ебанул. Допустим. Так! Что делать с этими ублюдками теперь? Теперь только огнемет мне поможет. Сдохли? Серьезно? Ха-ха-ха! Как вам такая регенерация? Хуеплеты, блядь. Отрегенерируют они. Отрегенерируете. Вы поняли, нет? Так, где мой пистолет? Лизунов трогать не буду, это, блядь, фу, пизду. Лизунов сложно трогать. Вот этих буду. Тупо набивать счетчик буду убийств. Кто, блядь, придумал 5-зарядный револьвер, сука? В 6 должно быть выстрелов. 6, блядь! 6 должно быть! Всю жизнь 6 было! Тю 5-то, блядь, теперь! Сдохни нахуй. Вот и какая, а. Окей. Так, товарищи лизуны. Хуйца, сосуны. Куда же вас, что же с вами сделать-то? Ты поджаришься так, да? Позови друзей сюда, я вас кучкой ебану. О, кстати, давайте их, может, соберем просто в кучку, реально сожжем нахуй.
Так, они не агрятся, да? Это плохо. Давайте заагрим как-то. Это что? А-а-а! Больно, бля, я ебу. А-а-а! Да как же ж ты, что, блядь? Какие два удара-то? Да какие два удара? Ты что, ебанулась, что ли? Че? Украшение тигр? Я охуею, как это пройти-то вообще, блядь? Но это невозможно проходить на джойстике. Просто тупо, блядь, невозможно. Это пиздец как сложно. Это ж просто ебануться. На самом деле нужно брать разминку, наверное. Потому что без разминки это глупо. Это сейчас 500 раз можно помереть, и толку от этого ноль вообще будет. А лучше, короче, взять разминку, просто тупо сделать и все. Так, выход. Давайте попробуем сделать разминку. Мы хотя бы разминку мы попробуем пройти. Там примерно посчитать, что куда, сколько патронов, кому куда сколько стрельнуть, кому куда сколько засунуть. Открыть новое украшение. Выиграть его можно где? Сменить украшение. А, тигр же. О, тигр. Что это значит? Ха-ха-ха, ну ладно, давай. Допустим, пусть будет тигр. Не-не-не-не-не-не-не, дай... Зачем? Зачем, Кэтрин? Зачем ты это делаешь? Мне нужен этот, как его? Мне нужен... Сука, что за бред, блядь? Что за бред? Так, мне нужен этот, как его? Мне нужен разминка. Я, ну, ты сам прекрасно видишь, что это пиздос какой-то. Это полный пиздосий. Это он, вот пиздосий, это он. Вот он приходит сюда и говорит, а ты я, здравствуйте. А, так, ладно, хорошо. Чё у нас тут? О, другое дело, ёбна, то ишь ты. Ой, нихуя как разно. Как много патронов. Вот это поворот. Так, ладно, допустим, что нам с этим делать? Раз, враг. На этого мы убиваем, как и было. Хуя накритует временами. Я ебу. Серьезно? Сейчас бы не попадать, бля. Допустим. Так, нож назад вернешь. Окей. Ебать, разница в патронах просто громадная. Допустим. Ну, собак я тогда убью, пока патронов у меня много. О, да, патронов много, но это смысл-то от них. Смысл-то от них какой? Никакого нахуй. Так, старый ключ возьмем. Здесь мы обратно берем гранату. Потому что граната очень хороша. Очень хороша себя проявила граната, очень хорошо. Граната себя проявила просто на отлично. Уебала целую толпу зомбарей. Замечательно. Потому что сжечь их этим, как его, огнеметом очень долго получается. Очень долго получается сжечь их огнеметом. Так, допустим, пистолет. На, тварь. Сдохни, сука. Два патрона на собаку, хорошо. Два патрона, все. А что на одна-то? Я не понял. Подожди, а почему собака одна? Да нахуй это, ну, почему собака одна-то? Там написано было, вам, блядь, разрешено будет выучить положение врагов. Как я выучу, нахуй, это положение врагов, если там граната. Чё за бредни? Так, чё взять-то? Я возьму лечилочку тогда. Чё-то я не понял, серьезно сейчас. Так, гренка, хорошо, поехали. Тут три собаки было, как я думал, блядь, буду расположение врагов-то выучивать, если это невозможно. Чё? Не та кнопочка. Не та маленькая. Какой изучить? Нам чего изучать? Ключ как ключ. Хуй так, хуй так. Блин, это печально все. Это все очень-очень печально. Так, погнали сразу туда к автобусу. Побыстрее там бросим гренку. Чтобы они все быстрее оттуда вышли. Так, нормально, но это не все. Бля, как... Ой, там чувак, что не с припасами? А он здесь был, собрание. У него там были патроны для этого, для огнемета. Так, подожди, а где огнемет? Что за хуйня?
Блять, как же неудобно с этим джойстиком, а ну пиздец просто какой-то. Подожди, а где огнемет-то? Я что, его не взял? Что-то я не понял прикол, если честно, сейчас. Где я проебал огнемет-то? Так, секунду, а где я проебал огнемет-то? Вот как, блядь, можно было два раза просто между двух голов промахнуться? Головы, которые шли просто рядом, взять и промахнуться, блядь, по ним. Я не могу над собой. Вот, допустим. Да иди нахуй отсюда, а. Мне кажется, я даже до тренировки не дойду дальше, чем эти ебаные лизуны. Ну просто не дойду, серьезно. Так, ладненько, спокойно. Хорошо. Ага. Охуенно. Да ладно, ладно, лизун, не дури. Не насрать. Так, погнали. А лизун тут один, да, был? Я что-то даже не посмотрел. Я не до этого, я просто смотрел бы, если тогда точно был на рюкзаке. Прям именно на него нужно было смотреть. Да, он тут один, охуенно. Ох уж эта тренировка, ох уж тренировка это, ох уж тренировка. Ох уж тренирует меня, прям просто невозможно тренирует. К чему она меня тренирует, объясните мне, пожалуйста. К тому, что их потом будет в 7 раз больше и в 7 раз меньше патронов у меня будет. Так это хуета какая-то. Тренировка должна полностью давать то, что вот как бы будет. А не потом меня радовать своими вот этими собаками. Ох, блядь. Ой, там этот еще ходит. Ну, конечно. Я тебе говорю, играть на джойстике, когда нужно точно стрелять, это просто, блядь, мучение какое-то. Это просто ебаное мучение. Это очень сильно просто подрывает жопу, прям очень сильно. Так, патроны мощности увеличены. Возьму их. Я не взял где-то огнемет, я все проебал. Так, а я какой патрон стреляю? Увеличенной мощности? Ебать, дурачок. Да? Да? Гениально. Просто, блядь, гениально. Патронами увеличены. Ха! Дай пробегу. Спасибо. Так, ладно. Ну, типа, я в него попал. Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Ой, в пизду. С собаками связываться тоже вообще. Не суть. Это. Ага. А, боишься меня, тварь? Боишься меня? Бля, опять эта хуета. Не-не-не-не-не-не, иди нахуй. Хорошо! Я просто боюсь представить, что будет, когда это будет не тренировка. Тут сколько народу-то, ебать его в рот. И там чувак с рюкзаком, который... Ехуи! Серьезно? Вы прав серьезно? Блядь, этот пад ничего нет. Ау! Воу-воу, спокойно, дружище, я тебя не заметил. Бля, ну это пизда, конечно. Хорошо. Какой объединить? Возьми его, да и все, пошли. Ёбаный свет. Так, что у меня сейчас где? Отлично, у меня 55 из 5, нормально. Бляха, это очень сложно. Это очень-при-очень сложно. Да у тебя есть фонарь? А почему он тебя раз... Иди, тадара! Нет, не ешь меня, пошел нахуй! Я боюсь спросить, какого хуя ты и раньше не доставала. Фонарь свой. Если он у тебя был все это время. Ты дай, блядь, пройти-то мне, нет? Пиздец, тренировки. На тренировке жопу разрывают только в путь. А нахрена мне два ключа? Я мог, то есть, на стоянке подрезать ключ, а здесь не подрезать, что ли, или что? У меня почему-то лишний появился ключ. Ага. Они меня даже не заметили, да, еще? Окей, заебись. Ну, типа, ладно. Блять, там еще... О, пиздец. О, пиздец. Ну, здесь только проскочить попытаться, как на дурачка, совершенно прям. По-другому не получится.
Только тупо под хилками каким-то образом проскочите. Ебать! И выхватил именно эту. Ладно, живем, живем. Хилок много, живем пока. Бывает вот и так, блядь, внезапно. Представляешь, ты, короче, сидишь, сидишь такой, записываешь резидентом. А тут внезапно тебе... В смысле, я хотел сказать, не тут внезапно тебя убивают, а тут внезапно приходят люди, которые отвлекаются на весь день. Ты такой приходишь, блядь, вообще не в тонусе, не в тетом, не в хуёнусе, и тебя, короче, охереть, блядь, окей. И тебя убивают. Почему, собственно, нет? Допустим, да, наша нога. Пиздец, блядь. Полный, просто полный пиздец. Короче, я сидел, записывал, стук в дверь, там, говорят, пришли. А они пришли не просто как должны были прийти на 5 минут, они пришли, блядь, на весь день. Я хуею. И в итоге, короче, все. В итоге все просрано, и день просран, и в итоге вот приходится вот так вот внезапно осознавать, что тебя опять заебенили, опять задушили. Так, ну хорошо. Теперь-то я уже практически... Да, подожди, до комнаты Бена? А, да, так это был конец. Блядь, так это был самый конец. Ну, конец. Я помню, что я вначале говорил, что типа, а, блядь, здесь есть секретная хуйня, в которую нужно это. Так вот, иди, вот что скажу. Секретную хуйню я, судя по всему, не увидел. Секретную хуйню мы, судя по всему, не увидим, потому что это пиздос. Потому что это пиздосий полный, но это невозможно, нахуй. Это пройти нельзя. На джо... Это серьезно. На джойстике это пройти нельзя. Вот, вот нельзя просто. Ну нет у меня же вариантов. Я уже чувствую, что хуй. Просто вот большой. Серьезно, большой и невообразимый. Дайте нахуй от меня! Тварь! Заебешь! Аж задымился, блядь, весь. На нахуй въебало, падла. Так, ладно, все пошло немножко не так, как я хотел. Но в этом ничего страшного нет. В этом страшного ничего нет. Зам кто-то выходит там? Нет, никто не выходит. Что ты сделала? Так, ты патрон поменял, молодец. Патрон поменял, прям как я просил. Рюкзак ебаный. Собирать нужно рюкзаки, напоминаю. В рюкзаках ключи. Пошел нахуй. Вот это было красиво. В смысле, это какие патроны-то? А, так это усиленные, ебана! Ой, блях, это усиленные патроны. Ладно, это были усиленные патроны, ничего страшного. Берем грену. Грену одну берем. Грену одну, пожалуйста, мне. Одну, пожалуйста, спасибо. Это нам на автобус, если что. Мы заплатим за проезд гранатой. А хули нет, там слишком много народу, нужно проредить. Слишком много народу, очень много народу. Поехали. Я тебе говорил, что там есть четвертая хуйня, но, судя по всему, я никогда в жизни... Если у меня на двух звездах такая хуйня происходит, что я попасть ни в кого не могу. Что, блядь, будет на четырех звездах у спецназовца? Вот что интересно, блядь. Мне кажется, там будет пиздо... Ты сдохла? Ты сдохнешь, нет, сегодня? Наконец-то. На, сучка. Я иду. Ох уж эти 5 патронов, блядь. Ох уж эти 5 патронов, я говорю. 5 патронов это такая жопа, что просто пиздос. Так, ладненько. Старый ключ хими... А, ну вот я его и не взял. Вот я его... Вот, теперь будет попроще. Теперь-то я его взял. Теперь-то я его взял. Хорошо, значит, здесь мы берем конфетки... Конфетки. Зелененькие конфетки берем, пригодится. Да, предмет взят, сразу его объединить вот с этим, вот, и замечательно. Отлично. Хорошо. Так, теперь делаем красиво. Делаем гранату, делаем бомбу, делаем взрыв, делаем огонь. Делаем охуительно. Я напоминаю, что один ключ где-то там можно не брать, потому... при входе на стоянку. Потому что там... Он, скорее всего... Хотя, может быть, он для камеры Бена понадобится. Почему, собственно, и нет? Давай, пацаны, заходи. Бля, что будет, если я сделаю красиво? Давай все выходи. Давай. Потихо. Покучнее, ребят. Покучнее. Я говорю, покучнее. Ага, на-ка. Валим. Вот это было хорошо! А, в смысле, это труп падал. Так, где рюкзак-то? Это что, я всех ебанул? Одной греной по красоте всех уделал, молодец. А где рюкзак? Рюкзак, я спрашиваю, где, блядь? А, вот рюкзак, вот, окей. Вот и он, здравствуйте, человек. Ты как там, блядь, оказался-то? Отдай рюкзак, сука! Спасибо. Так, рюкзак отдали, берем огнемет, делаем по красоте, как делали. Поехали. Ага, заебись. На-ка, сука. Сгорели. Хорошо. 58, как и в прошлый раз. Так, топливо. Отлично. Перезарядочка. Хорошо. Теперь пробегаем к этим упырям. Просто тупо быстро залетаем, забегаем. Убиваем, значит, пацана, забираем у него ключ. Этих я трогать не буду, потому что они совершенно бесполезны. Они совершенно не опасны. Лизун, сосун, хуйца, лизнул. Пошли отсюда. Вали отсюда, нахуй, так спокойно.
Хорошо. Вот это было четко. Это было вообще замечательно. Это сейчас перезарядочку, да, вот, вот. Не-не-не, ручонки коротковаты, съебали, до свидания. До свидания, товарищ Лизун, идите в другую сторону. Вы нам тут не нужны, вы нам тут не нужны, вы нам тут не интересны. До свидания, спасибо. Так, хорошо. Здесь у нас, соответственно, было что? Здесь у нас был один белый пес. Его нужно быстренько ушатать и усандалить, потому что он ухуевший весь такой. Хорошо. Ай, хорошо, нормально пойдет, спасибо. Спасибо, спасибо. Тут автомат был, я его брал, не видел, не помню. Так, а патроны мощностью, ой, как красиво. Боевой нож зачем, если у меня бесконечные есть? Патроны для пистолета мне не нужны. А возьму вот этот, да, с ними получше. С ними получше разлетается. Хотя, блядь, надо было брать обычный полтинник, потому что там... Ладно, там в тюрьме слишком много дохуя. Там в тюрьме слишком много дохуя народу, там не знаю, что с ними делать. Я не знаю, просто можно здесь проскочить, кстати говоря. Вот этих пацанов не трогать. Так, аккуратненько. Ай, хорош. Ай, хорош, блядь! Молодчик, ладно. Разобрались. Но это как бы просто тупо везет. Ой, пизда, руля. Ой, пизда, пизда, пизда. Ой, пизда, да-да-да-да. Смотри-ка, смотри, какая тварь, собака накинулась на кошку. Ну что это за дискриминация кошачьих, я не понял. Иди нахуй. Иди тоже в пизду, окей? Так, что там по здоровью-то? Ой, все хорошо. Меня даже никто не бьет. Нихуя, читерство пошло. Читанрианство, спокойно. Да-да, заходим, заходим, заходим. Заходим, товарищ молодой человек. И до свидания. Отлично. Ну, по-моему, я научился стрелять, но это не самое главное. Это не самое главное, самое главное, что все хорошо, спокойно. Нет, 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 нет. Так, вот этого пацанчика надо как-то обрулить по бурику вот так вот. И раз, хорошо, дружище, да-да-да. Зарядка, это полезно, тяни руки вперед, приговариваю раз-два, 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 дыши глубже. Где это хуило с рюкзаком? Где хуило с рюкзаком, я спрашиваю? Хуило! С рюкзаком, где? А вон он, сука, ходит. Так, ладно. Дружище, зарядка, не будем, ладно. Так, берем, 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 тихо, 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 тихо. Хуило, 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 где хуило? Хуило, вот хуило. Хорошо, хуило умерло. Так, ключ есть, они погнали дальше отсюда. Ну, по идее, как бы, ну, хуй его знает. Здесь, в принципе, никого убивать не надо. Так, патрончики, патрончики меняем, хорошо. Да-да-да, привет, 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 привет. Да-да-да, до свидания, свидания. Я их так научился обруливать. Короче, если забегать им как-то за спину или со спины бежать, то они тебя очень редкий шанс, что они поймают. А, блядь, здесь два хуила било. Так, ладно, не страшно. Бля, один хуил, спокойно. Дай рюкзак. Спокойно. Еще один, красиво. Так, хуила, а что ты в меня не... Ай, затупил, хуила, все просрал, проебал, шарапабла. Так, ладненько, спокойно. Мне кажется, последняя камера будет тоже с ключом. И типа ты такой пробежал, ничего не взял, думаешь, блядь, а у меня есть ключ. А в итоге он тебе понадобится, а там у тебя его нет уже. Вот будет веселуха. Так, а теперь делаем красота. Смотри, спокойно. Делаем, я чувствую, вот так вот. Вот так вот мы делаем, потом мы делаем еще вот так вот до кучи. И раз, и два. Отлично. Ну чё, сука, поехали. Так, во-первых, белого хуила мы сразу выслёскиваем вот так вот. Белый хуила, спокойно. Не тасуй. Заебал танцевать. Отлично, а теперь поехали. А теперь поехали. А теперь это по-нашему. Давай, заходи, собаки ебаные. Выходим, говорю! Ну быстрее, алё. Бля, кучнее, куда? Уйди ты, ебаный тебя в рот. Уйди, говорю, уйди отсюда нахуй. Он аж потух, блядь, мгновенно. Так, палим, поехали. А ты не заебёшь ли ты так делать-то? Воу! Какой горячий парень. Ну-ка, отъебитесь от меня быстренько. Отъебались, я сказал, оба от меня. Быстро. Быстро нахуй отошли. Так, валим в пизду. Валим, валим. Да беги! Спокойно. Нахуй. Да-да-да. До свидосы. Так, тихо, хуилы здесь какие-то медленные. Ай-яй-яй-яй, не надо. Да ты серьезно, что ли? Сдохни, мразь, ты же мертвая. Как ты меня, блядь, кусаешь? Ты горишь, чума. Дай пройду. Так, где камера Бена? Ага, вот камера Бена, окей. Ну смотри, на самом деле, если взять по красоте, то нихуя не получится, потому что время 7.50, украшение единорог, замечательно. В начале, допустим, с двух патрон я выхлёстываю первых белых двух. После этого я убиваю чувака с рюкзаком, забираю гренку, выхожу в сад. Каким-то невообразимым образом пытаюсь увернуться от собак. Хотя мне это не особо нужно. И тем самым, минуя собак и гранату потом в автобусе, я поджариваю двух белых, прохожу на стоянку с лизунами,
получаю пизды от лизунов. Все, забег закончен. Забег закончен, потому что по-другому его пройти нельзя. Здесь нужно очень быстро целиться, сука. Здесь невозможно ни в кого попасть. Здесь ограниченные патроны. Здесь, в принципе, не надо быстро целиться. Здесь нужно просто попадать. А я вот не могу. Вот этой пипиркой, блядь, я не могу. Давайте пока оставим так. В следующей серии мы пройдем обучение за других людей. А там дальше будем думать, сможем ли мы, стоит ли оно того, и вообще, в принципе, каким образом нужно себя, чтобы вот взять и как бы вот хуй, ну, ты понял, да, пиздос. Ссылка на социальный резидент в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, и всем, до встречи в следующей серии, да? 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 Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.